Песня «Нет АЭС», слова мои, исполняю я, Зарбина Дмитрий Ханинович. Поехали. Как я стала на дыбы, и ментовские воронки задрожали. Это был 1987 год. Люди кричали «Нет АЭС», «Нет АЭС», «Нет АЭС». Чернобыль в степи не нужен. Люди кричали «Нет АЭС», «Нет АЭС», «Нет АЭС». Нам Чернобыль в степи не нужен. И власть задрожала, она пошатнулась, она умоляла, она угрожала. Хотите 1943 год. «Нет АЭС», «Нет АЭС», «Нет АЭС». Нам Чернобыль в степи не нужен. Люди кричали «Нет АЭС», «Нет АЭС», «Нет АЭС». Нам Чернобыль в степи не нужен. Но люди стояли, люди кричали, ими ментовские воронки дрожали. Люди кричали «Нет АЭС», «Нет АЭС», «Нет АЭС». Нам Чернобыль в степи не нужен. Люди кричали «Нет АЭС», «Нет АЭС», «Нет АЭС». Нам Чернобыль в степи не нужен. И власть поняла, калмыки воинственный, свободолюбивый народ, нас не сломал даже 1943 год. Люди кричали «Нет АЭС», «Нет АЭС», «Нет АЭС». Нам Чернобыль в степи не нужен. Люди кричали «Нет АЭС», «Нет АЭС», «Нет АЭС». Чернобыль в степи не нужен. Спасибо.